Иште там он более гузель видеодан, бугуньки сабахавис и рубрика мас башландеви, бу видеонан мэльфы и лесу бета мас энде оладжах. Иште дослар, энде сонки елар деваманда, бу инсан барчох ярлер на зиаретете, ве эльбетеки ишнен баглы, а зиаретлер булар, ве эльбетеки мен энде бу инсан халхара, кинотелеоператор, ве режиссер десем, янлыш масам, янлыш олмам мен белесем, ве шымды мемнюниетеле оны сізлер үчін тағдим этмеге ашыхам. Дамир Бей Якубов бізім рубрикамызның бүгінгі қараманы, субетімізге хош келдіңіз. Селям алейкум, Дамир Бей, рубрикамызға хош келдіңіз, мемнюниетеле сізні қаршыламаған мұнда азырым, енді субетімізге де кечмеге азырым. Алейкум салам, Адиле ханум. Всех саулыңыз. Хавемызге бұйрыңыз. Асылында бүгінгі сізін сабаныз бұл хаведен башланды. Рубрикамыздаки хавемызден башланды. Я адет үзре сабаныз неден башлана? Әлбетте, адет үзре хаве пішірем сабадан. Эртеде. Сонра есе бөле күчінен толу күні башлайсыңыз. Доғры ма? Е. Дамир Бей, ваше имя на протяжении многих лет уже известно как талантливого режиссера, кино- и телеоператора. Как это все начиналось? Вы получали специальное образование, либо на любительском уровне всему учились? Началось это, пожалуй, с того, что я все детство мечтал попасть в кино, участвовать в этом, на съемочной площадке побывать. И у меня появилась такая возможность, я поступил на первый курс университета. Это случайно так получилось. Открылся кинотелефакультет, и я туда поступил. Мы такие вот первооткрыватели были. Угу. В Крыму еще такого факультета не было. Дамир Бей, мы знаем, что не всегда профессия, на которую мы учимся, может стать основной профессией нашей жизни. В вашем случае как раз-таки наоборот. То, на что вы учились, сейчас приносит вам удовольствие. Не пожалели ли вы о выборе своей профессии и каждый день, делая свою работу, ваши ощущения, которые вы испытываете от этого? Да, я испытываю большое удовольствие. Я, когда перед съемочным днем вот собираюсь, я радуюсь жизни, я иду на работу как на праздник. И так получилось, что в конце первого курса мой одногруппник уже работал на телевидении, на крымском, и он пригласил меня, это Назим Белялов, пригласил тоже постажироваться на телеканале в крымско-татарской редакции. Вот. Я ходил около месяца, проходил практику, стажировался, и потом меня взяли на телеканал работать. То есть ваша маленькая мечта уже сбылась в конце первого курса? Да. Чего, Гузель, сейчас вы выезжаете далеко за пределы Крыма для того, чтобы снять фильм, для того, чтобы... Вы также, как мне известно, занимаетесь и свадебной видеосъемкой, да? Как для вас отличаются эти две, по сути, одинаковые в плане профессии, да, вот это тоже как бы работа телевидеооператора, но они разные тематически. Есть ли какие-то особый подход к свадебной видеосъемке и к киносъемке? То есть как вы себя настраиваете на это? Что вы, возможно, читаете для этого? Почему вы развиваетесь разносторонне? То есть и можете снять, вы снимаете и видео, и свадебную видеосъемку, и киносъемку. Почему вы не выбрали для себя одну стезю? Почему вам нравится развиваться разносторонне? Во-первых, между свадьбами и кино, и телевизионными съемками есть общее. Это то, что, то есть азы. Это свет, постановка света, это постановка актеров и пары молодой, то есть жениха, невесты. Присутствует так же, как в свадьбах, репортажная съемка, так и в документальном кино репортажная съемка.
ты должен успеть поймать такие моменты, которые, такие кадры, которые потом будут высоко цениться. Они будут эмоционально наполнены, они будут играть большую роль и воздействовать на восприятие, на психологию человека, зрителя. Если в кадре не будет ничего такого, не будет эмоций, которые будут затрагивать чувства зрителя, то эти кадры не будут ценными. Бывало ли такое, что актеры вас не вдохновляют? Если перейдем к киносъемкам, бывало ли такое, что вот актеры играют, но вы не верите, вы хотите чего-то большее, и вы можете остановить весь съемочный процесс и сказать «хочу вот так». И как на это реагируют актеры? Да, как сказал Константин Сергеевич Станиславский, не верю. Он обычно так говорил, когда актерская игра кажется ему неправдоподобной. То есть актеры не вживаются в роль, не следуют принципам, пяти принципам Константина Сергеевича Станиславского. То есть это органичность, естественность, искусство перевоплощения. То есть актер должен, он не должен играть, он должен переживать эту роль, он должен поверить, сам должен поверить в то, что он живет, он является этим человеком, которого он играет. Поэтому я начинал, когда свою карьеру, я на третьем курсе снимал дипломную работу, точнее курсовую. И она была короткометражной, 13-минутной, игровая работа художественная. В основном у меня играли любители, да. В главной роли был Андрей Сухин, он сейчас вот актер, уже знаменитый. Он снимался в «Елках» 17-15, по-моему. В сериалах снимается, в различных, на телеканалах в Москве, в России. Вот, то есть первым фильмом, в котором он дебютировал, это был именно мой фильм. То есть вы открыли это, уже такого, звезду такого масштаба. Машалла, да. Назвар, Тёх Гузель. И что, если мы перейдем к свадебной видеосъемке? Бывает ли такое, что нужно остановить мгновение, и пары, они, на ваш взгляд, недостаточно открыты, либо в свадебной съемке такого не бывает? Конечно, бывают молодожены, вот молодая пара, жених с невестой, они не актеры, они настоящие люди, настоящие персонажи, которые не всегда могут играть то, что ты можешь от них требовать. Они бывают замкнутыми, а бывают, наоборот, такие открытые и такие веселые, что вот прям подхватывает, и сам хочешь что-то снимать такое смешное, комедийное. А бывают такие вот романтичные, романтичная пара. То есть вот такое нежное видео, такое романтичное снимаешь. То есть это при встрече с женихом и невестой перед свадьбой, когда ты с ними общаешься, ты уже психологически пытаешься определить, кем они являются и какое видео можно для них снять. А, Дамирбей, было ли такое, что мы знаем, чаще всего невесты, они очень трогательные, они начинают плакать в каких-то моментах. Бывало ли у вас такое, что жених плачет, а невеста нет? И она говорит, все нормально, все хорошо, это хорошо. Да, это бывало, но самое неожиданное, это когда у тебя у самого наворачиваются слезы на глазах. Ой, что, Гузель? Да, когда вот провожают родители Келин, все плачут, и ты стараешься держать себя в руках. Там не только жених плачет, там все плачут. Дамирбей, бывало ли у вас такое, что вы смотрите на жениха и невесту,
и думаете, вот снять бы с ними сейчас фильм, большой фильм о их истории любви, о их свадьбе, о их чувствах. Бывало ли такое и переходило ли это в практику, снимали ли вы такое? Такого пока не было, но есть замысел такой, есть такая идея. Хочу снять полнометражный фильм, именно уже постановочный. Есть пара на примете, которую я уже снимал, свадьбу, и вот планирую снять с ними уже полнометражный фильм, потому что это настолько открытые и играющие люди, которые справятся с этой задачей. И о них хочется показать миру, правда? Да. Дамир Бей, мы знаем, что бывало ли такое, что режиссер, он зачастую переживает каждую роль через себя также. Бывало ли у вас такое, что вы видите, герой, вот он не показывает то, что вы хотите. Вы выходите на съемочную площадку уже не за камерой, уже не за режиссерским столом. Вы выходите на съемочную площадку и показываете, вот я хочу вот так. А на вас смотрит вся съемочная группа и говорит, а давай ты сыграешь. Бывало ли у вас такое? Да, конечно, такое бывало, особенно в начале карьеры. Ну, я и сейчас в начале карьеры, можно так сказать. Планку для развития, ну, окончания развития я не ставлю. Пытаюсь развиваться, бывать на мастер-классах, повышать квалификацию. И настоящий режиссер, настоящий профессионал, мастер своего дела, он никогда не будет бегать с истерическими воплями, как это стереотипно выглядит. Вот показывают там режиссер в такой смешной шляпе, на всех кричит, на всех ругается, все ему не нравится. Вот так настоящий режиссер не должен делать. Это должно быть спокойствие, уверенность в себе. Он должен быть, режиссер должен быть психологом. Он должен понимать, что за актер сидит перед ним, какие у него возможности, какие способности, что он может сделать, что он может сыграть, а что не может, что априори для него не подходит. Поэтому, когда он пытается объяснить, как должен актер сыграть, то есть на интуитивном уровне он должен это показывать. Он может, да, проговорить какую-то часть из диалога, но пытаться объяснить актеру, что он хочет, чтобы этот актер пережил, а не просто жестикулировать и говорить, как ему играть. И с уважением нужно относиться к актерам. Они проделают большую работу. Они часто прыгают там, в холодную воду, бегают в лесу, получают травмы. Очень долгое время там терпят, когда подготавливается съемочная площадка, выставляется свет, камеры, вся эта подготовка. Это требует большого терпения и труда. Работая в такой творческой и, мне кажется, психологически хрупкой обстановке, вы уже стали, вас можно уже называть режиссер, кинотелеоператор-психолог, правильно? Да, правильно. Дамир Бей, на протяжении всей вашей творческой карьеры какие фильмы вы снимали и с кем они были? Какие актеры участвовали? В самом начале, вот как я уже говорил, снял короткометражный фильм. Игровой, то есть художественный. И потом у меня был период, когда я снимал только документальные фильмы. Это были фильмы про депортацию, про возвращение крымских татар на родину. Были свои сложности, когда ты слушаешь людей, как они вот возвращались, как их заново депортировали. Там Херсонскую область, как к ним относились, не прописывали. Очень сложно, вот ты сидишь, смотришь на этих людей, на пожилых, уже слабеньких, и понимаешь, какими они были сильными, что им пришлось перетерпеть.
Вот это и моя биташка в 74-м году приехала. Нашу семью депортировали второй раз. Было сложно снимать, вот, именно на психологическом уровне. А потом я снимал документальные фильмы для телеканалов, для федеральных телеканалов, столичных. Это в основном... снимал документальный фильм про Медхана Султана, про крымские достопримечательности, Мангуб, Феодосии, в Судаке, по всему Крыму мы снимали. То есть вот для Москвы в основном вот эти документальные фильмы. Недавно я был на съемках игрового фильма «Полтава». В главных ролях Сергей Шакуров, очень известный актер, насколько вы знаете. Я впервые работал с актерами такого масштаба, с такой личностью. Очень приятно было с ним работать. Он профессионал в своем деле. И когда работаешь с такими людьми, они насыщают и тебя энергией, и ты узнаешь много нового от них. Ну и, конечно, после знакомства с такими людьми они могут посоветовать тебя и на другие проекты. Угу. Вот большой плюс. Еще я очень благодарен вот продюсеру Алексею Горовацкому. Вот он, можно сказать, пригласил меня в эту индустрию, именно кино. Дамирбей, это на самом деле очень интересная тема, и о ней можно разговаривать еще очень долго. К сожалению, время ограничено, и мы бы хотели попросить вас пожелания для наших телезрителей. Возможно, вы можете поделиться какими-либо маленькими секретами, как добиться успеха, как идти по тому пути, который ты поставил. Вот у вас есть сейчас такая возможность, и мы вас просим, пожалуйста, сделайте это. И нам, я думаю, будет очень интересно всем нашим телезрителям тоже услышать. Ну, как известно, секрет успеха на 1% – это талант, 99% – это труд. Поэтому, какими бы вы не обладали изначально каким-то даром, каким-то видением, если вы не будете трудиться, то ничего у вас не получится. С самого начала, вот вы поступаете в университет, еще в школе, во всем, в чем бы вы ни участвовали, что бы вы ни делали, нужно упорство, труд, и тогда все будет получаться. Тюрксаг у нас Дамирбей, Кельгин Назычун, Асланда. Халхымызның адыны бұтын дүнияға танытқаныңыз үшін, велбетеке бөлек гүзел фильмлеріні шығарғаныңыз үшін, инсанларының эмоцияларыны, тебесімларымызны бізге бағышлағаныңыз үшін чок-чок сау олыңыз. Велбетеке бізге да келіңіз, ве бұл сізің муафақиетлер ақында дүнемеге пек мемнюнымыз, ве бұтын милетімізге де оларыны білдірмеге де ғайт мемнюн олажам. Чоқ сағы ұныз, Аллах сізге дайыма иджеди муафақиетлер берсін. Велбетеке сағылық. Чоқ сағы ұныз. Иште дослар, көргеніңіз кебі күн-күнден бөле истидатлы инсанларының сырасы арта. Ве сізді бұл истидатлы инсанлар сырасына кіріні, сізді осы истидатларыңызны ве әлбетеке муафақиетіңізні бізге көстеріңіз ве бұндан да ғайры әрдайым чалышыңыз. Озыңыз үстінде бірде бір қиынлықлар олғанда сіз дайыма нетиже ақында түшініңіз ве озыңызге күсел бір мақсатлар қойыңыз. Не гүзел мақсатларыңыз олса, ойле гүзел нәтижелер де олажақ. Иште дыслар, сабақ әвесі сізлерінен келеджек эфирге қадар сағылықылаша, саба программасы есе өз ішіні девам етеді.